Дуэт «Джем». Можно сказать, что да, действительно, это было хулиганство, это было похоже на хулиганство. Но мне показалось, что вам это было немножечко не близко. Или вам понравилось? Нет? Что, прямо их песня? Нет, ну не их песня же, конечно же, безусловно. Вообще мне не очень нравится, когда из маленьких девочек делают больших тетенек взрослых. Поэтому мне приятно было наблюдать, когда вы были веселыми, яркими, светлыми, такими немножечко маленькими девчонками, озорными, классными. Сегодня мне показалось, что как-то вот, ну не хочется видеть вас такими, правда вам, не хочется. Хочется, чтобы вы оставались на сцене девчонками. Не слушайте, да, вот вас поддерживают, конечно же, зрители. Но я не знаю, мы узнаем это потому, как будут голосовать сегодня телезрители. Зашло это или нет? Да. Позволю не согласиться с Евой. Не соглашусь с Евой, потому что я, во-первых, блестящий номер, постановка блестящая. Вы чувствуете себя на сцене как хозяйки. Это очень важно для артиста, потому что мне кажется, что несмотря на ваш неприлично юный возраст, вы себя чувствуете очень уверенно. Для меня это всегда было очень большим определяющим качеством для любого артиста. Но у меня вот другой вопрос. Как изменилась ваша жизнь в школе, скажите? Как вам стали относиться подружки, которые стали больше, может быть, врагами, или наоборот, больше друзей появилось? Мне вот интересно. Наоборот, появилось больше знакомых, потому что так как нас поддерживают учителя, они, соответственно, рассказывают там, всем своим другим ученикам. Появляются знакомые с параллели, с младших, старших классов. Проходим мы, говорят, типа, «Привет! Да, привет!» Поздравляю за такое, и это очень классно. До сих пор вот приходит, поддерживает. Спасибо. Вы знаете, самое главное для артиста, даже начинающего, да, большая армия поклонников. А у меня вот армия ваших поклонников. Вот честно, искренне восхищаюсь. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Мои красавицы.
Вначале волновались, да, я почувствовала, как вы вначале заволновались. Ну, потом, как всегда, собрались, как профессиональный артист. Я не знаю, что сегодня у Евы с настроением. Мне кажется, она вообще, в принципе, старомодна, раз она не понимает, что такое Q-pop. Я договорю сейчас. Q-pop. Что такое Q-pop? Что такое Q-pop? Видимо, Ева немножко другие вещи смотрит, не знает, что у молодежи есть направления другие сейчас, которые исполняются на сцене. Я вами ужасно горжусь, это было сделано профессионально, очень молодежная песня, поет ее Зируза, очень молодая певица, надеюсь, что все это знают. Голосуйте за моих девчонок. Спасибо! Спасибо, уважаемые наставники. Так, девчонки, скажите мне, что интереснее, быть милыми школьницами, как на прошлом концерте, или все-таки вампиршами, как сегодня? Ну, и тот образ нужно уметь подать правильно. Поэтому в силу возраста, возможно, проще быть милыми школьницами. С другой стороны, показать себя вампиршами, это тоже нужно иметь профессионализм, чтобы это сделать. Ну, мне кажется, вы, девчонки, справляетесь с любыми образами, но вампирши сегодня были милые.